Не оставить зиме шансов. В борьбу за наступление весны вступили коммунальные службы железнодорожного района Самары. Дворники убирают наледь и мусор, который скрывал снег всю зиму. Район приводит в порядок порядка 100 человек от управляющих компаний. В помощь им 5 единиц спецтехники. Погода в этом году сделала свои коррективы. Ямечник по благоустройству у нас стартует на 2 недели раньше, чем в прошлом году. Естественно, теплая весна ранее нам в этом плане помогла, конечно. Жители, которые готовы внести свою лепту в преображение города, могут получить нужный инвентарь в обслуживающих организациях и в районной администрации. Все хорошо, убирается все, везде чистенько, вокруг дома все так приятно. Всего в Самаре приведут в порядок больше 5000 гектаров земли. Это парки, сады, скверы, бульвары и площади. За каждым районом закреплены кураторы, которые и будут в ответе за уборку. Только на территории железнодорожного района запланировано 6 средников и столько же субботников. Мария Ильчан, Василий Колдашов. События.